Хочу показать свои покупочки. Мы, значит, купили вот 60 литров вот такой земли. Я купила это в магазине, посчитала. В общем, вот этот пакет стоит 300 рублей, 290 с чем-то там. Вот. И, в общем, я что-то посчитала, подумала, что он выходит дешевле, чем весь это, ну, все остальные грунты. Вот. Ну, в общем, это грунт для рассады. Я не буду уже, он вот так вот у меня здесь стоит. Я уже не буду его показывать. Ну, попробую. Вот. Биогрунт. Защита от бактерий и что-то там, грибных болезней. Вот, ну, в общем, вот такой вот я купила. Для рассады это я купила. И купила вот такие вот ячейки. Здесь, значит, 4 штуки. И они стоят 50 рублей каждая. Вот, ну, в общем, дна у меня нету. Я имею в виду поддонов. Ну вот, не знаю, что-нибудь придумаю. Или так поставлю вот сюда на стол. И тут у меня старый стол такой. Вот. Или же придется покупать поддоны. Потому что здесь вот такие вот дырочки. Правда, не везде, но они есть. Вот. Надо будет тут убирать их. А, они легко убираются. Вот. Ну, в общем, я жду семена. Я выписала семена на сайте 7 семян. Вот. И, в общем, я уже там выписывала. Я выписала семена на... Всем привет! Я хочу, значит, похвалиться своей покупочкой, которую я купила. Вот, я, значит, заказала семена. Это вот пакет, в котором они пришли. Вот, и, в общем, вот такие вот семена. Заказывала я их на сайте 7 семян. Как показать-то? Ну, цены вы сможете узнать, зайдя на этот сайт и посмотреть. В общем, в этом году я решила выбрать, значит, семена фирмы Джонсон. Не знаю, правильно я говорю, неправильно. Вот, потому что я брала уже позапрошлом году помидоры у них. Помидоры я брала Альгамбра. Мне они очень понравились. Схожесть хорошая. Вот, и, в общем, я решила в этом году взять, значит, семена этой фирмы. Вот, я выбрала, значит, это все сама. Вот, и, в общем, вот я взяла баклажаны. Взяла вот капусту белокочанную, взяла дыню, взяла арбуз. И, ну, вот эти я уже покажу позже. Огурчики я выбирала все, значит, пучковые. Вот, и, в общем, старалась выбирать такие. Вот. У меня еще Джонсон-то. В общем, вот Астра, тоже фирма Джонсон, я взяла. Я взяла вот такую тыковку. Вот. Взяла, значит, свеклу. Мне очень понравилось то, что здесь большое количество семян. Я, значит, позапрошлом году сеяла редиску. И мне они такая хорошая схожесть была у этой редиски. Вот в этом году я выбрала, значит, вот такие помидоры. Черный барон. Хочу посеять. И мои любимые помидоры Альгамбра. Они мне очень нравятся. Я позапрошлом году, когда посадила, я не знала, куда их девать. Они у меня тепличка маленькая. И они мне дали такой урожай. Я столько баллонов накрутила вот позапрошлом году. Очень много, значит, я закатала помидоры. Мы еще их кушали. В общем, мне очень понравились. Вот. И, в общем, и вот такую вот редиску я тоже сеяла. Схожесть хорошая. Прям мы прям всю весну были, весну, лето были с урожаем. Вот. В общем, еще я взяла, значит, вот такой перчик этой же фирмы. Взяла, значит, морковку. Здесь, значит, 2000 семян. Вот. И, в общем, и взяла вот еще капусту. Пекинская капуста и цветная капуста. Вот. Это все этой фирмы. Теперь, значит, я выбрала... Ну, здесь уже разные фирмы идут. Я выбрала, значит, кабачки. Ассорти вот разные. Хочу посадить в этом году. Выбрала вот такую фасоль. Вот. Значит, еще, значит, килотон. Выбрала, значит, фирмы партнер, потому что у меня в этом году эта капуста болела килой. И, в общем, я вот выбрала капусту Джонсон и выбрала еще вот такую капусту. Ну, в общем, не знаю, посажу, посмотрим. Значит, еще вот выбрала вот такую фасоль. Вот лук шашлычный, зелененький. И выбрала Exhibition. Я, значит, ну не знаю, вот поздно, может быть, его уже сеять. Что-то вот я смотрела в этом
значит, по видео в YouTube. Там уже давно, уже посеяли этот лук. Я не знаю, я вообще что-то... Я, значит, сею по луне, сажаю, стараюсь по луне сажать, сеять. Вот, и, в общем, я посмотрела, ну, начало февраля было очень рано, как мне показалось, а сейчас, в общем, конец месяца, будет новолуние, после 23-го. 23-го будет новолуние, и после 23-го будет растущая луна. Вот, и, в общем, я хочу... Сейчас я приготовила вот такие диски. Сейчас буду замачивать перец. Хочу замочить в этих дисках перец и баклажаны. Я, ну, в общем, и не знаю, вот думаю, сеять мне лук эксибишн или не сеять. В общем, в раздумьях. Не знаю, или попробовать уже посеять, не знаю. В общем, как я сказала уже, я огурчики выбирала все, чтобы были пучковые. Потому что мне, ну, у меня семья большая, меня не устраивает, чтобы в одном пазухе листа был один огурчик. Вот. И, в общем, я выращивала такие огурцы, и когда они дали урожай, прям было очень много огурцов. Вот. И, в общем, я теперь стараюсь брать только такие огурчики. Взяла еще вот такой перчик. Вот. И, в общем, вот разные вот... Я это сорта огурцов взяла. Вот все путем. Тут веселые гномики. Вот, великолепная пятерка. Это все пучковые огурчики. Они растут пучками. Кузя F1 взяла. Вот, два пакетика взяла. Взяла детки на ветке. Детки на ветке я уже сеяла, сажала. Собирала много урожая. Мне понравились эти огурчики. И вот еще Кузя F1. Я, наверное, три взяла. Я купила еще вот такие вот семечки. Это крупные семечки, черные с белой полоской. Хочу. У меня есть такие семечки, с Узбекистана мы привезли. Но я вот выписала, хочу попробовать, посмотреть, какой урожай дадут. Вот. И, в общем, еще вот такой взяла. Это перец. Посмотрим. И взяла еще... вот такие патиссоны. Тоже ассорти разные, два пакетика. Вот. Ну, в общем, в этом году я буду сажать вот такие все семена. В общем, набрала я на 2000 рублей. Вот. В общем, я разрезала вот пакетики. Вот семена Джонсон вот в таких пакетиках. По-моему, это из фольги сделано. И вот там семечки, семена. И должно быть 50 штук. Вы знаете, я просто для интереса, когда позапрошлом году выписала помидоры, я вот села, да, и вот просто не поленилась, посчитала. Думаю, вот неужели так считают и вот кладут в этот в пакет. Правда, было прям точно 50 семян. Но в этом году я уже считать не буду. Вот, ну, в общем, они до 21 года. Вот, ну, в общем, сейчас я буду их замачивать. Эти перцы вот в таком пакетике. Перец сладкий викинг. Вот, я его еще не открыла, но вот на просвет видно. Вот. А здесь вот это эти до 2020 года у меня, а эти семена до 2022. Богатырь сладкий. Здесь нету. Ой, как бы открыть, здесь нету никаких пакетиков. Здесь просто идет россыпью. Ну, в общем, там вот просто россыпью. Я не стала пока вытаскивать. Вот. И, значит, я разрезала баклажанчики. Ну, в общем, вот такие вот пакетики. Вот. Они, по-моему, из фольги, что ли, сделаны, потому что внутри фольга. Вот. Похоже на фольгу. Вот я не дорезала, специально показать. Вот, в общем, хочу сейчас замочить. И мне что нравится. Вот. Не могу оторвать, она так приклеена. Вот такая вот бирочка. Можно поставить в ящичек. Но это если отдельно, когда сеешь, и поставить просто в ящичек. И так на каждом пакетике. Она приклеена, ее можно отклеить. Вот. И она, это, когда, тут, по-моему, лощеная бумага. И когда, значит, я пробовала в землю втыкать, и она не портится. В общем, такая же стоит, остается долгое время. Вот. В общем, сейчас буду замачивать. Я разрезала пакетик. Вот там семена баклажанчиков. Вот. Сколько штук тут написано. Здесь должно быть 100 семян. Вот. Вот так я разложила. Это Джонсон семена, желтый колокол. Единичку. Вот так сейчас накрою. Мокрым. Вот. Ну вот я, значит, замочила семена. Вот здесь записала.
сколько чего. Сейчас закрою, поставлю теплое место. Я вытащила семена лука. Вот такие вот они зелененькие. Вот, пришлось пакет весь порвать, потому что прилипли, не смогла вытащить. Вот так вот порвала и вытащила. Я хочу посадить лук. Вот такую вот формочку. Сейчас посажу, полью и поставлю, наверное, пока в тепло. У меня здесь пока холодно на кухне. У меня рассада будет стоять вот на этом столе. Вот. Ну, в общем, потом я включу здесь духовку, чтобы было тепло. Поставлю лампу. И здесь у меня будет стоять моя рассада. Приготовила вот такие вот еще две ваночки. Ну, сеять я буду уже, наверное, числа 25-го. Хотела еще попробовать не замочить, а посеять. Но сейчас не буду. Сейчас только лук. Сегодня 20 февраля. Вот. И, в общем, я посею сейчас только лук. Вот семена сейчас сюда посею, потом буду пикировать. Вот, все остальное я только замочила семена, сеять я не буду. Посмотрю, может быть, до 25-го проклюнутся. Буду сеять 25 февраля. Ну, на этом всем все. Всем пока-пока.